туда периодически путешествую, то есть Казахстан, Кыргызстан, вот по России от Мурманска до Красноярска автостопом. Вот здесь у вас уже получается, то есть я первый раз был в мае 2013 года, потом в октябре, вот по региону соответственно, то есть и Даргавск, и Акдон. Подожди, зачем сюда? Что, так хорошо? Да, здесь... То есть я не говорю, да. О чем вы сюда едете, да. Или это не то, просто, ну, почему сюда? Здесь у вас реально, ну, действительно хорошо. Я лично первый раз здесь. Да, Рупат, да, первый раз. Я не... Вот в армию забрали хорошо, да?